Моторизованные части Национальной гвардии России ведут свою историю от специальных подразделений милиции СССР, которые были созданы в 1966 году для охраны порядка в городах и борьбы с уличной преступностью. Спустя 55 лет военнослужащие моторизованных полков Росгвардии все так же несут службу на благо своей родины. В Севастополе у нас расположен полк Росгвардии, да, специально моторизованный полк, который осуществляет охрану общественного порядка и общественной безопасности. Мы выполняем задачи по охране общественного порядка в городе, во всех районах нашего города, путем патрулирования, соответственно, ну и в случае обострения каких-то ситуаций, возникновения чрезвычайных ситуаций, также оказываем помощь другим структурам. Ежедневно личный состав полка выходит на дежурство на улице Севастополя, защищая город от каждого, кто посягнет на общественный порядок. Без этих военнослужащих не обходится ни одно массовое мероприятие, где они отвечают за безопасность всех участников. Торжественное собрание 30 сентября прошло в Доме офицеров флота. Личный состав с праздником поздравили руководители силового ведомства и представители севастопольской власти. От лица командования главного управления, а также от личного состава, позвольте поздравить вас с днем образования этих специальных частей, поздравить ваш личный коллектив, ваших подчиненных, ваши семьи, ваших близких, а также тех, кто будет служил и будет служить в этих частях и нести такую большую ответственность действительно по поддержанию на улицах общественной безопасности. За все годы своего существования военнослужащие принимали участие во всех значимых событиях истории государства, навечно вписаны в героическую летопись подвиги солдат и офицеров, гасивших пламя межнациональных конфликтов, защищавших конституционный порядок и государственный строй нашей России. Их подвиги остаются примером для всех военнослужащих, которые на высоком профессиональном уровне продолжают обеспечивать правопорядок и безопасность в стране. Кроме того, приветственные телеграммы в адрес личного состава Севастопольского полка отправили главнокомандующий войсками Национальной гвардии Виктор Золотов и сенатор Российской Федерации Сергей Колбин. Отличившихся военнослужащих наградили медалями Министерства обороны, ценными подарками, денежными суммами, грамотами и благодарственными письмами. Также перед силовиками выступил оркестр Росгвардии, солисты городских и детских творческих коллективов Севастополя. Екатерина Костенникова, Юрий Реутин, Севинформбюро.